Приветствую подписчиков и гостей канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Сегодня у нас топ-3 рейтинг лучших токарных станка по металлу с AliExpress. Ссылки на лучшие токарные станки по металлу с AliExpress находятся в описании к данному видео. Ну а наш рейтинг возглавляет оптимальный с точки зрения соотношения цены и качества токарный станок Fuzikaya WS210. Данный станок имеет минимальное количество пластиковых деталей, то есть он и внешне надежный, ну и в принципе имеет хорошие отзывы не только покупателей, но и профессионалов. У него 38 мм сквозное отверстие шпинделя, патрон под 125 мм, ну и стоимость при этом 71 015 рублей 73 копейки. Сейчас хорошая скидка на AliExpress, так что можно рассмотреть данный вариант в первую очередь. Характеристики его в принципе не выдающиеся. Это, соответственно, 1100-ваттная машинка. У нее тихий двигатель за счет того, что он бесщеточный. И работать за таким станком можно долго и без проблем. То есть в голове звенеть не будет, как после работы на советском токарном станке. У него, соответственно, сравнительно небольшой вес, то есть приобретя данный двигатель, вы в принципе самостоятельно сможете его установить туда, куда нужно. Вот, не смотрите на вес брута, да, 80 кг, там есть съемные элементы, плюс еще в комплект входит куча деталей, которые вы, естественно, не будете все вместе тягать, поэтому, в принципе, установить его можно, ну, если с помощью друга, то вообще без проблем. Габаритные размеры небольшие у него, есть в комплекте много чего интересного, включая резцы, то есть некоторые продавцы подобных станков на AliExpress, они вообще в комплект кладут все, что не попадя. Ну, есть, конечно, полезные вещи, но основного нету. Здесь в этом плане нет проблем. Правда, резцов немного хороших, и надо будет, конечно, докупать. И сделать это можно также на AliExpress. Здесь резцы подходящих параметров можно приобрести безо всяких проблем. Следующий вариант — это токарный станок NAMBAMS. Ну, 210V, в принципе, тоже токарный станок, очень неплохой. Считается, что это миниатюрная версия, хотя по размерам-то особо и не скажешь, что это миниатюрная версия. Мощность 750 Вт, поскромнее, но, в принципе, для решения большинства задач подходит. 59 317 рублей 84 копейки он стоит. Данный токарный станок, в принципе, очень хорошие отзывы получил от покупателей. Ну, специалисты в основном тоже неплохо отзываются. У него практически нету пластиковых деталей. Понятно, весь основной механизм — это металлические шестерни, закаленные. В принципе, ремонтопригодный токарный станок, хорошо работает. У него куча алгоритмов полезных, да, для работы. Он, в общем-то, работает тихо, габаритные размеры у него тоже, согласитесь, не особо большие, то есть 840 мм у него длина и 385 мм ширина. Ну, весит, конечно, в районе 75 килограмм, но, как бы, понятно, что вес, он определяет надежность данного прибора. Сами понимаете, что весить токарный станок сильно мало не может, для того, чтобы он был устойчив и, что называется, в процессе работы вас не подвел. Комплектация тоже, в принципе, неплохая. Ну, вот видите, да, что в комплекте идет. Ничего выдающегося, понимаю, но то, что вам будет нужно дополнительно, можно приобрести за небольшие деньги на AliExpress. В принципе, это нормальная ситуация, потому что сейчас у станков токарных средней ценовой категории, в принципе, комплекты скромные. И, в общем-то, трудно найти такой, чтобы все было сразу. Только в самых таких дорогих сериях, да, там комплекты расширенные. Здесь все, что есть. В принципе, сейчас на данный токарный станок хорошая скидка, целых 10%, поэтому рассмотреть данный вариант покупки можно.
Ну и на третьем месте у нас расположился миниатюрный токарный станок Мини-ЛАД. Он заявлен как обучающий токарный станок для начинающих. Ну, скажу вам сразу, что многое можно сделать на нем, если, что называется, не требовать от токарного станка слишком многого. Он тоже неплохо работает, он довольно тихий. Параметры его полные вы видите на экране. Ничего выдающегося, я понимаю, но при этом и стоимость у него невысокая. С учетом скидки 11 708 рублей 78 копеек. Приобретают его либо действительно для обучения, либо люди, которым нужно там что-то расточить иногда, да, какие-то детали. Для этого приобретать токарный станок большой и дорогой нет смысла, ну и каждый раз платить кому-то там за элементарные вот эти вот действия тоже нету смысла. Поэтому для такой домашней мастерской это прекрасный вариант. Ссылки на лучшие токарные станки по металлу с AliExpress вы найдете в описании к данному видео. Если ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео, жмите на колокольчик, и всего вам доброго.